Мне нужно 6000 долларов, иначе меня убьют. Нужно срочно уезжать из города. Слышал о Джо Купере? Он полицейский, детектив. Но у него заработок на стороне. Что он делает? Убивает людей. У мамы жизнь застрахована на 50 тысяч. Киллер Джо профессионал. Проблем не будет. Это же убийство. Я не согласен. Я слышала, что вы хотите убить маму. Отличная идея. Вот видишь? Я беру 25 тысяч долларов наличными, без исключений. С этим проблем нет. А в чем проблема? У нас проблема с авансом. Без исключений. Разговор окончен. Но мы не обсудили возможность залога. Ты о чем? Это он о моей сестре? Она твоя сестра, да? Нужно ей сказать. Она сама поймет. Я могу сорвать им планы. Кому ты должен столько денег? Что он с тобой сделает, если не отдашь? Я обмотаю тебя скотчем и закопаю заживо на 3-метровую глубину. А если я откажусь? Ты меня больше не увидишь. Хорошо. Запеканка из тунца. Я насыплю. Когда ты убьешь маму? О таком обычно за ужином не говорят. Они не отдадут тебе деньги? В чем дело? Кто рассказал тебе о киллере Джо? О боже. Где ты возьмешь такие деньги? К чему ты ведешь? Кто это? Джо, послушай, это уже слишком. Тост за мою будущую жену. Моя сестра никому ничего не сделала. Я ее не отдам. Залог или деньги? Я не уйду, пока не получу деньги. Я же тебя убил. Запах божественный. Кто произнесет молитву?